Всем привет! Меня зовут Екатерина Гонтарь, и я рада приветствовать вас на моем канале. Я нахожусь в торговом центре Афимолл напротив магазина КОС, и сегодня у меня по плану снять обзор коллекции этого бренда. Мы сегодня приехали с Соней. Соня будет моей моделью, и я вам покажу на примере готовых образов, что интересного есть в данный момент в коллекции бренда КОС. Приглашаю вас со мной, пойдемте вместе, посмотрим, что интересного есть в новинках. Первый образ на Соне состоит из вот такого платья, красивого цвета. Платье из трикотажа, оно красиво сидит на фигуре. Добавила я к нему ярко-синий кардиган, сумку, которая тоже была здесь в магазине КОС. И на ногах ультрасовременные клоги с собой на деревянной подошве. Они, конечно, очень непривычно смотрятся, но образ сразу становится мега-современным с такой обувью. Да, потрясающе, конечно. Второй образ на Соне состоит из темно-зеленого бомбера и широких брюк палаццо с защипорками. По составу это Лиоцелл. Соня примеряет бомберы размера S, и брюки на ней тоже небольшого размера, 34-го. Та же сумка, что и в первом образе. И вот такие остроносые туфли желтого лимонного цвета. Третий и очень красивый образ на Соне. На ней кашемировый свитер в размере L. Я решила взять больший размер, чтобы он был таким свободным. И вот такие брюки с защипами. На Соне 34 размер. Те же туфли остроносые из второго образа. Та же сумка. Очень красивое монохромное сочетание. Два разных оттенка синего цвета. По-моему, Соне очень идет. И очень эффектно смотрится этот свитер в сочетании с этими брюками. Мне очень нравится. Напишите в комментариях, как вам этот образ. Я обнаружила еще вот такие красивые светло-мятного цвета брюки, тоже не зашитыми, и решила примерить их с тем же кашемировым свитером. Получилось очень красивое сочетание. Мне кажется, его прям можно взять на заметку, такой яркий электрик синий и светло-мятный такой цвет. Получилось вот такое необычное, но очень эффектное цветовое сочетание.
Любимая книга Сони, одна из любимых, называется «Хоббит». И ей нравится всякая такая эльфийская история. Она сама похожа немножко на эльфа. И когда мы придумали с ней этот образ, я поняла, что как раз это образ эльфа. И к книге «Хоббит» он очень подходит. Соня примерила вот такое миди-платье. По-моему, оно немного пристает к ногам, да, кстати, учитывайте это при выборе этого платья. Соня без колготок. Вот, поверх этого платья захотела что-то добавить, и я добавила вот такую жилетку. Она не сшита по бокам, такая абсолютно свободная, но получилась опять-таки очень свободно. И здесь выручил ремень. Ремень как раз завершает образ, сделает его таким более собранным, более завершенным. Ну, клоги, сумка также. По-моему, очень необычно и очень оригинально. Как вам? Интересно все это. И в лес. Еще один образ, белая рубашка, очень удачный фасон, она такая очень свободная. Задняя часть более удлиненная, чем передняя. Брюки прямые. Такие скини. Жилет из прошлого образа. Получилось элегантно. Немного с элементами стиля преппи. За счет фасона блузки и этого необычного жилета образ получается таким нестандартным, интересным, и в то же время он может быть универсальным, потому что он подойдет и для учебы, и для работы. Да, такой интересный офисный вариант. Офисный, но при этом с изюминкой. А вот такие образы сегодня получились. Дополнительно в описании этого видео я укажу размеры каждой вещи. Делитесь в комментариях, как вам образы, что понравилось, что нет. А я буду с вами прощаться. До новых встреч в следующих видео. Всем пока-пока!